Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Болезина. Здравствуйте. В 4 миллиарда оценили потери Кировской области из-за кризиса. Такую сумму бюджет региона может не получить только в этом году из-за ограничительных мер. Частично это может быть компенсировано субсидией на выравнивание размером чуть более миллиарда рублей, которую выделяет федеральная казна. Об этом рассказал в нашем эфире вице-спикер УЗС Роман Титов. А дальше мы понимаем, что ситуация, она вряд ли будет сильно улучшаться, потому что налог на прибыль упадет. Очень сильно упрощенка. Ну, слушайте, если предприниматель в этом году будет работать с убытками, он так заплатит 1%. Это налоговый кодекс, там, вне зависимости от того, что региональная власть для него ведут. И вопрос в том, чтобы поддержать и не дать уйти. Не дать закрыться, не дать уйти. Стоит добавить, что федеральные власти разрешили регионам в этом году не делать выплат по бюджетным кредитам. В Кировской области так останется 1,5 миллиарда рублей. Их можно направить на борьбу с вирусом или на замещение доходов, которые область не получит из-за кризиса. Программа «Экономика». Администрация Кирова 3 года не собирала долги за аренду своего имущества. В итоге накопилось долгов на 300 миллионов, рассказал руководитель департамента муниципальной собственности Вадим Токарев. По некоторым долгам даже есть решение суда, но организации часто впоследствии ликвидируются, а долги списываются. Сейчас у города 400 договоров с арендаторами. Токарев обещает, что работы по контролю за оплатой теперь будет. Ранее он рассказывал и о других просчетах прежнего руководства департамента. Оно принимало, например, неадекватные оценки стоимости имущества, выставляемого муниципалитетом на продажу. Цены были завышенными, объекты не продавались, план по доходам не выполнялся. Экономика на 101 FM. Кировчане стали меньше тратить на вредные привычки. Если в 2017 году на алкоголь и табак приходилось почти 4,5% потребительских расходов, то в 2019 – 3,5%. Об этом сообщает Кировстат по итогам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств в 2019 году. Почти на 1,5% за 3 года снизилась доля трат на продукты, но все равно это примерно треть всех расходов. Больше всего в Кировской области тратят на мясо и мясные продукты, четверть расходов на еду, на хлеб. Идет пятая часть, примерно столько же на молочные продукты. В целом, в 2019 году среднестатистический кировчанин тратил на продукты в месяц 5000 рублей. Экономика. В завершение о валютах. Доллар сегодня 71 рубль 6 копеек, курс евро 77,91. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.